Вася, под ваши мысли. Василий Майдан! Здравствуйте. Знаете, я вчера сидел со своей семьей за столом, вот, и чихнул. Ну, а мне никто не сказал, будь здоров. Вот, и я говорю, вы что, не хотите, чтобы я был здоровым? Они... Нет, хотим. Ну, я буду показывать сегодня военного. Да ладно! Он из войск оперативного реагирования на недисциплинированное поведение зрителей на мероприятиях увеселительного характера. Его зовут Дороти. Он очень стесняется своего имени, потому что говорит, что оно женское. Вот. Дороти Капрал. Вот. Капрал Дороти. Вот. Но он считает, что ну, он в отставке. Вот. Но есть еще порох в пороховницах. Встречайте Капрала Дороти. Андрюш, музыку. Две сельди, которые хлопают друг о дружку. Очень неприятный звук. И запах. Первое правило стендапа – не перебивать того, кто говорит. Руки должны быть жесткие. Вы должны отбивать ваши аплодисменты, как железнодорожник, который стучит по составу. Оп, 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 оп. Тихо. Я что, говорю аплодировать? Дальше. Вы очень эгоистичны в вашем смехе. Вы смеетесь только там, где вам нравится, но не там, где действительно смешно. Это... Тихо! Тихо! Это очень эгоистично. Все должно быть в системе. Молчание. Взрыв смеха. Ладно. Все молчат, все смеются. Ясно? То-то. Дальше. Если сцена грязная, то что говорит человек на этой сцене, тоже грязь. Демонстрация. Нет.
Устранено. Кто-то. Дальше. Дальше. Тихо. Кто? Тихо. Смеяться по команде. Тихо. Дальше. Вы смеетесь очень громко. Очень громкий смех. Вы должны смеяться так, чтоб никто не заметил вашего смеха. Очень аккуратный смех. Вот так. То-то. Дальше. Первый ряд. Пятый человек. Что вы? Предыдущий стендап-комик говорил шутку про то, что он кушает заварку. Все смеялись, кроме тебя. Почему? Что-то личное? Тихо, тихо. Личное нужно дома оставлять. Рядом девушка. Вставай. Нет, куда? Вставай. Вы смеялись. Молодцы. Объясните, пожалуйста, молодому человеку, что смешного в этой шутке. Крутые, да? Что я знаю о крутости? Я знаю о крутости не понаслышке. Руку вперед! Держать. Здесь. Почему ты хихикал в руку, как жадный человек? Почему ты не делишься, тихо, не делишься нашим смехом, своим смехом с нами? Ты что, жадина? Может быть, ты просто маленькая тупая девочка? Может быть, ты маленькая тупая девочка? Вы извините, пожалуйста, его, он просто, ну, не в себе немножко. Он заигрался, извините. Нет, я просто считаю, что кто-то маленькая тупая девочка. Кто-то маленькая тупая девочка. Ты не видишь. Цыц. Ясно тебе? Цыц. Время военного чирлидинга.
Оп-оп-оп-оп. Раз, два, три, четыре. Командир, как масло в сыре. Пять, шесть, семь, восемь. На меня влияет осень. Хватит. Потому что это херь какая-то.